14 дней на берегу Черного моря. 60 детей армян по национальности отдохнули в Сергеевке Одесской области. Лагерь, где школьники не только купались и загорались, но и учились, организовала армянская диаспора. Чем запомнились эти дни детям, знает Кирилл Ющишин. Лагерь, как летняя школа, каждый день уроки. Но учиться было не нудно, говорят дети. Кроме истории Армении, мы еще на экскурсиях изучали историю Украины, там рассказывали про Белгород-Днестровскую крепость, например. Вожатые, они же преподаватели, рассказывают, дети могли узнать о национальных традициях Армении. Дети приходили по расписанию на уроки армянского языка, армянской истории, музыки отдельно. Также, кроме этого, проводились для них различные игры. В программе были и спортивные занятия. Море в Сергеевке неглубокое, и многие из самых маленьких научились здесь плавать. Вместе с детьми армянами здесь отдыхали и украинцы. Говорят, сдружились на года. Показали украинцам, какие есть на самом деле армянцы. Веселые, добрые, справедливые и еще никогда не врут. Национальный лагерь для детей армянской диаспоры вот уже 5 лет организовывает Союз армян Украины. В прошлом году формат стал международным. Из Болгарии приехала группа в количестве 17 человек с их старшими. Им очень понравился наш лагерь, наш формат. Сейчас они, насколько я знаю, организовывают у себя в Болгарии аналогичный и хотят пригласить точно так же наших детей к себе. В следующем году, говорят, дети с радостью соберутся здесь же, на побережье Черного моря. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности, телеканал Интер, Одесская область.